Вот внутри тканей нам удалось получить что-то наподобие искусственной вязкой воды. Как только мы получили эту искусственную вязкую воду, приживление вот этих тканей кардинальнейшим образом изменилось. На месте, вот если мы делаем вязкую воду внутри нервной ткани, то на этом месте вырастают нервы, внутри мозговой ткани вырастает мозг, внутри печени вырастает печень, вырастает. В общем, мы научились растить это все. Чудо. Это чудо. Вот это чудо мы и назвали словом «аллоплант». «Алло» с греческого языка «чужое», «плант» с английского языка «саженец».